вот эта профильная труба по размеру, вот смотрите, она четко вот сюда вписывается. У этой профильной трубы нужно сделать одно отверстие, второе и вот это третье. И этого достаточно для того, чтобы продлить вот эту вот раму, связанную вот с этой вот профильной трубой. Вот эта втулка была установлена вот здесь. Я же ее снял. И вот сюда нужно теперь устанавливать вот этот профиль. И втулка эта уже туда не входит. Буду устанавливать втулку от вот такой вот пластиковой трубы. То есть брать размер и пилить. То есть мне нужно одну, вторую втулку. Одна втулка уже там находится. И теперь следующая втулка. То есть делаю упор. Ага. И делаю черточку. Ну, вроде бы. И все. Какая-то неровная. Ну, ничего страшного. И теперь отрезать. Вот таким вот диском. Этот диск очень и очень классно пилит. Втулка вторая. Нужно будет еще третью. И каким-то образом их туда нужно запихать. Одну-то я запихал, еще вторую нужно запихать. Ну, буду пытаться, потому что буду, когда закручивать, вот эти вот уголки, они будут сжиматься. А втулка не даст сжаться вот этим вот уголкам, ну, вроде понятно. И будет такая мощность вот этого профиля, вот с этим вот одним и вторым уголком. На глаза попался вот такой спаренный швеллер. Это приспособа была для установки угла колес ВАЗ-2103, по-моему. Ну, теперь эта деталь вот так вот лежала, заржавела, и она мне пригодилась. В общем, располовинил и отпилил от одного швеллера маленький кусочек, который зачистил, и сверлом сначала одного диаметра, потом второго диаметра и третьего диаметра делаю отверстие. Вот такое отверстие. Но сверло, конечно, садится, и приходится вот таким вот образом выставлять и затачивать каждый раз. А то происходит нагрев и одна пыль. А тут вот такая вот стружка. И вот заканчиваю. Все. Ха-ха. Это дело сделал. Теперь посмотреть здесь. Вроде бы нормально. Хорошо, станок есть рядом. И могу продолжать дальше работать. Вроде бы просверлил, но близко вот к этой вот плоскости, то есть не вот сюда, а близко к плоскости. Ну, получилось просто замечательно. На бум делал, прикладывая сверло вот таким вот образом, вот так вот приложу, глядя вот сюда, вот таким вот образом. Сейчас вам покажу, как я делал. Вот так приложил и смотрю вот сюда, чтобы не попасть как бы на ребро. И потом раз просверлил вот здесь черту. Вот так вот, вот видно, блестит черта.
так черту, раз, а потом вот таким вот образом, раз черту. Ну и вроде бы нормально, но самое главное, вот сейчас нужно вот этот палец установить. Может быть такое, что а нет, четко. Хо, подошел, ну что-то вот вращение какое-то. Или палец. Ну, что-то вот, вписался прям туда. Вообще классно. Вот представляете, как можно черкануть и... Так, а там что будет? Потому что всякое бывает. А здесь не подходит этот палец. С трудом. А здесь... Здесь вот не подходит вообще. Даже соосность не получается. Как-то непонятно вообще. Там подходит, а здесь не подходит. Так. Это получается дело так. Нужно напильником круглым поработать. Вот сейчас я и поработаю. Так, это мне нужно... Вот так установить, что ли? В общем, мне нужно вот так поработать. Вот так. Сейчас я как-нибудь наладю и буду работать. Поработал напильником и уже сделал вот такую вот соосность, нажимая вот таким вот образом. Потому что, скорее всего, сверлил таким вот образом, а там в другую сторону. Ну, вроде понятно. И вот эта толщина, она вот так получилась. А там таким вот образом. И за счет напильника, вот смотрите, просто шикарно получилось. Вот сейчас можно и посмотреть, как это будет смотреться здесь. Но вот здесь еще нужно угол в дальнейшем. Так, здесь как интересно. Просто все интересно. Так, я так не вижу. Я, наверное, сделаю по-другому. Во, как сделаю. Видите, вот здесь вот тоже срезал. Потому что здесь есть закругление. И я хотел бы как можно дальше туда. А там буду смотреть, как что получится. Так. Главное бы туда. Ну, входит, входит. Я врать не буду. Плотно входит. Это просто плюс. Но движение сейчас, в данный момент, здесь вот не происходит вот таким вот образом, на этой оси. Потому что мне нужно там потихонечку спиливать. Потихонечку, чтобы было здесь свободно. И вот этот угол тоже вот таким вот образом спилить. В общем, нужно здесь пытаться поворачивать как вправо, так и влево. Вот как нужно делать. И все. Далее найти хороший палец, приварить вот здесь. Вот здесь вот приварить. Именно вот в этом месте, чтобы как бы была одна линия. Ну, вроде понятно. Как бы одна линия. Вот здесь вот приварить, здесь приварить. И все. Вот здесь резьбу. Ну, не этот палец, другой какой-нибудь. Просто найти надо. Я решил приварить вот снизу. Снизу удобнее будет. И я вот таким вот образом установил все. Ну, соответственно, диаметр колес влияет. Если здесь выше, ну, в общем, не угадаешь. И вот сюда обязательно трубу нужно приварить. Ну, тоже нужно найти какое-то определенное расстояние и вот сюда трубу. Вот, наверное, вот до сих пор я, наверное, сделаю. Вот сюда.
трубу маленького диаметра. Ну, не такую трубу, конечно. Сейчас я вам покажу, я что-то там принес. Вот смотрите, вот такая труба. И не входит. Ну, можно, конечно, сделать так, чтобы вот эта арматура зашла туда свободно. И вот здесь проточить, потом резьбу сделать и приварить. Можно вот эту вот арматурину. Ну, я буду думать, конечно. Ну, уже начало есть. Сейчас буду делать подгонку вот здесь вот, чтобы вращение было. И вращение, чтобы было свободное, а то тут вообще не шевельнуть. Вот так было. Здесь немножко снял. И один уголок куда-то улетел. Вот, вот он уголок. Чтобы вы видели, что я не вру. Отпилил я все-таки с этой и с этой стороны. Теперь нужно снять все, что есть острое. Вроде деталь такая вот красивая получилась. И теперь вот такое вращение, вот смотрите. А здесь такое, потому что вот здесь тоже можно снять. А то, ну, можно так и оставить. Если что-то не понравится, я срежу там, да и все. Все, получилось. Вот такой ход. Это, конечно, плохо. Можно туда подложить какую-либо шайбу. Ну, чтобы вращение было точно таким же. Легким. Свободным. Все. Это я сделал. Теперь нужно найти какой-либо палец. Я остановился вот на этом. Ну, где-то у меня еще что-то есть такое хорошее. Я сейчас поищу. Ну, конечно, не так. Вот такая вот арматура толстая. Тут работа по полной программе. Но хороша она. Вот что дело. Осталось-то чуть-чуть и все. Здесь где-то срезать надо. Где-то срезать. А где, не знаю. Ну ладно, буду сейчас искать. И уже останется только сварка. И нарезка резьбы на палец. И все.